Сейчас я буду показывать, как продеть проволочный, ну, в данном случае сделанный из палочек для шашлыка, тетрайдер через отверстие плоскости, представляющей собой дерево. Так, сначала ставим его вершиной к плоскости и начинаем продевать. Пока две другие вершины не дойдут до плоскости, тогда мы его поворачиваем и продеваем в другую, другую сторону. Вот. Поехали. Вперед. Пока не соприкасайся. Так. Так? Да. Нравится? Нравится. Да. Ну, замечательно. Спасибо.